Давай. Попади. Бомба. Вот это жестко, вообще улетел. И давай кунаем сразу ее. На. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Пика, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем офигительную веселую игрушку Гренни Симулятор. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Сегодня, ребята, у нас Пингвинус играет за бабку Гренни, и мы будем стараться по красоте его замочить. Давай сначала, знаешь, что сделаем? Пусть выполняет задание, давай мы наберем классного оружия для начала. Потому что тогда бутылками это неинтересно. Давай в этом ролике сделаем прям классное оружие, покажем, что здесь есть. Так, я что-то один ключ взял и пошел, надо ключиков насобирать. Пусть он походит, он все равно не успеет миссии выполнить, никак. Это а мы бегаем и собираем. Я тоже собираю ключики. Все ключи наши, все. Так, тут, а вот ключик. У меня уже 4 ключа. У меня тоже 4. Уходи, старая карта. Старая корга. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное и веселое. Я слышу, как там бьется посуда, что-то такое вакханалистическое происходит. Так, у меня уже 6 ключей. 7 ключей. Так, идемте в оружейную. С 7 ключами уже, ребята, кстати, можно пойти взять что-то очень такое, знаете, интересное. Вонючая волосатая баба. Сейчас мы его возьмем ножик или топорик. Буду, короче, открывать сундучки там, где по 3 ключика надо, чтобы, знаете, прям элитное оружие выбирать. Так. Вот у нас есть сундук, где 3 ключика надо. Граната. Ой. Ну, я думаю, что граната, в принципе, довольно-таки неплохо, да? Так. У меня еще 4 ключика. Ладно, потом хорошо. Буду их использовать. Давайте здесь сейчас пооткрываем. Сейчас бабка полетит в этот, в космос. А где бабка? Где бабка? Так, я вижу, ты пришел. О, у тебя прикольный скин. Давай посмотрим, какое оружие ты возьмешь. Кунай, этот давай. Скин можешь получить. Я не помню только. Да? Так, тихо, не толкайся. Да. Отойди. Давай. Попади. Бомба. Вот это жестко, вообще улетел. И давай кунаем сразу ее. На. Так, пошли дальше брать оружие. Смотри, 58 хп. Это мы просто по роску так лупанули, нормально. Так, 4 ключа. Ну давай, они тебе не помогут. Пойдемте открывать еще что-нибудь эпичненькое. О, тут что за сундук у нас? Тайзером вам просто... Молоток. А, я понял, где... Тайзер? Да, тайзер. Я, значит, тоже догадываюсь, где он в спальне там, наверное, где-то. Корга старая. Старая корга. Иди сюда, волосатая баб. На тебе, за то, что ты его бьешь. Вот это жестко вырубил. О, поварешка, давайте поварешка лупанем разочек. Ключик надо быстро взять. Ай, промахнулся. Блин, бьет меня тоже, ах ты зараза старая. Ну не надо, я добрый. Ребята, настроение отличнейшее. Обязательно лайк для классного настроения. Каждый лайк это плюс один к настроению. Давайте, чтобы было у нас несколько тысяч настроений. Так, что у нас тут? У нас тут ничего такого. О, давайте факелы вставим в одно место. Сейчас вам покажу это место. Ой, а тут, кстати, нашел. Еще есть скин на ниндзя. В живот. Ого, дверь выломала вообще мощно. Хорошо. Да, говори. Тут, кстати, есть скин ниндзя, только я не помню, как был. А скины что-то добавляют или нет? Не, просто они типа красивые, прикольные. Ага, у понял. У меня уже 23 хп. Нормально, мы тебя вырубаем. У меня 3... Все. Ого, я просто в голову четко попал. Ну что, ребята, каточка номер 2. Надеюсь, сейчас мы еще покажем быстрее результат, чем первый. Да, Пика, ты готов? Да. Насколько знаю, ты лучше играешь. Ну, не помню. Не помнишь? А я помню. Ой, я за ниндзя играю. О, прикольно, да, прикольно. Так, а мы собираем немножечко ключиков. Насколько я знаю, обычно их тут очень много в этой комнате. Раз, за старую коргу играю. Давай, старая корга, покажи, на что ты способен. Дверь задавил. Так, давайте сразу откроем сундучок. У граната вообще мощно. О, кинжальчик такой. Хороший. Так, а что нельзя, вот, знаете, было бы классно, если бы можно было брать 2 оружия. На тебе. Это было весело. Идем еще оружечку какое-то брать. Так, кстати, эти оружия выпадают, и можно их поднимать повторно.
Так, это что у меня в руках такое? Ого! Ты что там такое сделал, поломал? Я его гаечным ключом. А где он? Я его не вижу. Да вот он валяется, сейчас. А, стой, стой. На. 31 хп! Вообще жестко, ребята, вы бабки не даем никакого шанса. Так, а что я сюда пришел? А, у меня еще один ключик есть, давайте откроем этот сундучок. О, ножик кухонный. Ну что, ты готов, бабушечка? Бабусечка. Ого, в голове торчит ножик. Вообще жестко. А теперь отойди, отойди, давай я добью. Ой, я добивающий мой. Вообще жестко. Ребята, знаете, вот когда два внука, ну прям очень сложно играть. Так, ну что, теперь катка номер 3. Я буду играть за бабку. Покажите, на что вы способны. Я сейчас попробую, ребята, немножко дольше повыживать. Ну знаешь, тебя тоже зажали сильно в угол, у тебя не было никакого шанса, да, в принципе? Ну потому что пингвинус, блин, просто кидал, из-за этого я не могу. Ребята, ну а что? Вот так вот мы играем, чтобы было веселее. Так, первое задание, мне нужно полить... А, мне надо принять лекарство, Green Pill. Хорошо, я вижу. Первое задание, в принципе, выполнено. Ага, сейчас. Так, так, так. Я могу шкафчик тут открыть? Шкафчику ничего нету. Косожоп. Косожоп. Иди сюда. А так где бабка? А, она на балкон ушла. Эй, ты чё? Вообще жестко, ребята. Это было сильно. Ой, жестко спидрил. Попал. Чё бы взять такое? Так, я пошел, прощайте. Не-не-не, куда? Да вот у сюда вот. Появилась. Стаканчик. А, не так, оказывается, ключ. Так, 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 ребятушки, постараемся сейчас по красоте играть. Пацаны, что-то. Да откуда ты кидаешь? А я видел, я видел. Молодец. Вам, короче, все ящики. О, тут же лекарство у нас стоит. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас из бабки. Ой! Пошел отсюда, щенок. Не трогай моего брата, а то порежу на куски. О нет, он взял диклофос. Я буду вас диклофосить. Как жуков. А о, лекарство принял, отлично. На. А, там... а ты что, че я так подлетаю, как дурачок? Давай. Ой, стреляй. О! Ой, кидай. Кидай или стреляй. Пошел отсюда. Блин. Чуть в конец комнаты не вылетел. Ай! Ты, щенок, ушел за шкафчик. Пошел. О, лекарство пополнился жизни, отлично. О, так, что мне надо? Мне надо полить цветочки, да? Нет. Ваза. Да, мне надо полить. Нужно выпить отравленные таблетки. А, мне надо выйти на этот, на улицу. Ай, блин. Сразу двоих. Красиво, ребята, учитесь. Быстрее, короче, сейчас, если граната есть... Ой. Да блин, да что? Да какие гранаты, пацаны, да какие гранаты? А вот так... Да какие, я же добрый. Нет, ты старая карта. Что с... Так, бутылочка. Куда девается кунай? Я же скинул. Нет, Дим. Ай, 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 ай! Need energy. А мне надо энергия, чтобы бить вас. Да. Да. Так, цветы поливаетесь. Жесткий молоток. Не-не-не, никаких цветов. Отлично. Дима, иди забей гвоздь. Да что со мной? Да что за колбаса? Да хорош, ну я же... Вообще мощно. А я не могу молотки ваши брать, не? Ой, блин. Походу можно. Фу, так как тебя пинуть? На, ой, щенок. Молоток. Кстати, у ребенка тратится сила только когда ты кидаешь что-то. Ай, блин, не успел. На, ушел. В голову. Побежали, побежали. Где? Кунай. Кунай, это неплохо. Где? Я не вижу, я не вижу. Где он? Он вроде направо где? Ушел, или вниз спустился. А нет, он... А, вот, вот. Бабка где? Старая. Она в туалете. Отлично, ребят. Кстати, я очень хорошо выживаю. Вы заметили? Нет. Ага. Сейчас вызову.
Мы тебя все равно убьем, это тебя не спасет. Спасет, спасет, не переживай. В голову, жестко, жестко, ребята. Издеваются над бабкой как могут. На тебе за это, щенок вонючий. Так, блин, я только одно задание выполнил, еще даже второе не выполнил. 25 хп, да хорош! Бабка валяется. О, да я молодой. Да хорош, да хватит, да хватит, да... Короче, ребята, сейчас мы сделаем еще одну катку, когда будет две бабки и один внук. Давайте вот проверим, сможем ли вообще мы так что-то сделать. Ребята, сейчас будет очень сложно, потому что все-таки две бабки, надо еще будет мне постараться. Короче, пингвин... Ты куда в шкаф залез? В шкафу, кстати, всякие прикольные нычки. У меня бабка так. В ящик. Так, сейчас будет, кстати, катка подлиннее, чем обычно. Короче, пингвин, смотри, что делаешь. Ты, короче, охраняешь, ну, то есть, избиваешь Димку. Да хорош Димку избивать-то, я ж добрый. Сейчас, где мой тазер? Ну, ладно, цветочки польем. Какие цветы, ты чё? А, не попал. Как это не попал? У тебя 93 хп. А, да ты пика попал. А, да? Да. Понял. Вот тут еще цветочки. Ого, я ключиков 9 штук насобирал. Идемте сразу гранаты будем брать. Сейчас мы гранаткой, ребята, нормально раздуплим. А оружие спамнится случайно? А, нет, все-таки граната здесь лежит. Оружие всегда одинаковое. Блин, я надеюсь, что что-то фуфлыжное появится. Ой, блин! Бабка улетела, вы видели куда? Просто в небытие. Хорошо. Я бегаю здесь, веселюсь. Мелкий щенок. Угораю жестко над пацанами. А где он? Я его не вижу. Да, еще отняли немножечко жизни. Я же на крысу. Быстро, быстро, быстро. Я буду цветочки поливать. Поливай, поливай цветочки. А не попал, ага. Не попал? Да ладно, а как так-то? Да, да, да. Так, вот два так. Ключика осталось. О, тут что давай, у нас? Кунай. Походу, зеленые банки, они что ли пропускают задания как-то? А! Ну хорошо, хорошо, дверь выломал мою новую. Слышь ты, травищик тараканов, я же не таракан тебе. У тебя нафиг. О, ключей нету, не могу выйти. Нафиг я их все израсходовал. Да что я не попадаю? Что за фигня, ребята? Я должен победить. Подавай, пингвин. Молоток, молоток. Ой, я не, еще там сложно будет. Да, я понимаю, что сложно. Вы наигранные, пацаны. Тем более, ты взял этот вонючий дихлофос, который реально кошмарит сильно. Убегаем, убегаем. Да. Ты пока там Диму отвлекай, я пока все сделаю. Да, давай. Да хорош травильщик вонючий. Да. Это жестко. Забил меня до смерти. Так, надо... Да блин, ты задрал. О, ключик. Сейчас мы немножко, ребятушки, схитрим. А где красные таблетки? Схитрим? Попробуй найти, я не знаю. Они вроде в подвале где-то. Попробуй найти. Давайте сюда сходим. Что у нас за оружие? Хорошо, идемте, будем с ножом идти. О нет, опасно. Да вы что такое? Я начинаю переживать, не могу попасть. Блин, это сильно. Вот это мощь, когда две бабки. Ну и так, кстати, так мне нравится больше, когда две бабки, потому что сильно легко. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, никак не может успокоиться. Бум! Ай, двери выломал. Вот это вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты, тазировщик, хватит меня бить. Я же добрый наполовину. А у тебя... Ай, ого, ты меня выкинул за карту. Так, я понял. Давайте сходим теперь сюда. Раз бабки у нас такие жесткие. А энергия, короче, у меня тратится только на китки. Больше ни на что не тратится, да? Вот, я нашел. Отлично. Сейчас полечишься, да? Так. Давайте зерна сюда сходим. Полечился, о, вижу, вот вижу. Она там. Ай-яй-яй, ну блин, ну это жестко. Две бабки, смотрите, какие монстры зомбачачены. Да. Есть какие-то ботинки.
Да, ботинки, кстати, есть. Идите в свою комнату и проберите. Ну сейчас мы уже заканчиваем нашу работу. Да, вы уже, в принципе, сделали все. Да, осталось только в твоей комнате убраться и в нашей. Понял, молодцы, пацаны. Респект вам. Вы смогли. Ну и я пока, мисс, видите, потратил много времени, пока бабки меня мочили. Или бабка одна. Ну, граната хорошо вынес. Ну, в принципе, уже видите, полные жизни у пика. Так, а вы где? Парочка. Побьюсик. А, мы нигде, мы не... Мы в твоей комнате. А вы врете, вы на улице, наверное, лазите тут. Ну да, да, да. Да. А где вы? Вот. Слышите, они что-то делают, а я не понимаю, где они. Вы что, так быстро дошли до моей комнаты, что ли? Да, сейчас осталось только у внучка убраться и все. А тут нету? А вы врете, вы другое задание совсем выполняете. Да-да. Вы меня обманываете. Нет, мы реально проходим это задание. Да? Хорошо, хорошо, давайте. Да, сделайте так, чтобы я проиграл с позором. Нет, это... Нет. А, это не его комната. Ножик? Это вот его. Ножик взять не могу. Вот она. Ну все, это без шансов, все. Ой, это что такое? Это как немножечко я показал. Я еще что-то могу. Нет, это... Все, мы проиграли. Я специально подался, пацаны. Ну, как бы вы поняли, я назло это сделал. Короче, это была красивая битва. Ну, немножечко я затупил. Наверное, можно было лучше сыграть. На самом деле, специально. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока.